Попали в непростую турнирную ситуацию. Волейболистки Тюмени Тюмгу очередные встречи чемпионата российской высшей лиги А провели в Туле. Город пряников и самоваров встретил сибирячек совсем не сладостями. Начали они с двух поражений. Крайне обидным образом уступили Юзгу Атом из Курска на тайбрейке, а затем потерпели поражение от местной тулицы 1-3. Готовились к немножко другому составу, но Тула решила упростить нам задачу. Не выходили сначала основные игроки. Ну, я считаю, что сильно много своих ошибок у нас было. Игра не получилась из-за именно своих грязных ошибок. За всю игру мы не подали 13 или 14 подач. Это нам никто не мешал делать. Сегодня было очень сложно. Тюмень уже не первый год доставляет проблемы. Ну, лично, так скажем, нам, тулице. И сегодня очередной, так скажем, сложный матч. Не будет просто и в дальнейшем. Самое главное – победа. Следующий матч для тюменок стал самым успешным. На повторное противостояние с Атомом они вышли словно на последний бой, вполне уверенные 3-0. Команда показала все, чего так не хватало в первой встрече с этим же соперником. Капитан от эмоционального накала даже сорвала голос. Игра оказалась тяжелой. После первой игры с Курском мы настроились, разобрали команду и действовали максимально слаженно и отдавались максимум, чтобы победить. У нас все получалось, да, были ошибки, но не такие значительные, их было не так много, поэтому мы сумели одержать победу. Сегодня выдалась тяжелая игра, потому что вчера, возможно, отдали все эмоции, и сегодня было тяжело настроить себя на победу, на борьбу. Поэтому так сыграли, много допустили своих ошибок, не смогли вовремя перебороть себя и побороть соперника. Завершить тур на мажорной ноте не удалось. Тюменки пусть и в борьбе, но в сухую проиграли хозяйкам. И турнирное положение команды Васильченко перед заключительным туром превратилось в крайне сложное. Особенно если учесть, что двумя из трех соперников станут Спарта и Северянка из верхней части таблицы. Вполне вероятен вариант, что пределом мечтаний тюменок станет турнир за 9-12 место.